Здравствуйте, друзья! На связи с вами Артем Плешков, и в этом небольшом видео я вам покажу, как работать в моей партнерской программе от начала регистрации и до того, как найти ссылки, где найти шаблоны писем, как понять, что началась какая-то распродажа, чтобы заработать еще больше. Все это я сейчас покажу в этом небольшом видео. Значит, вот предположим, вы только регистрируетесь в моей партнерской программе. Вот здесь есть такая страничка, вы на нее попали, предположим. И вот давайте сейчас я зарегистрируюсь в качестве партнера своей же партнерской программе. Вот я ввел имя и имейл, нажал «Начать зарабатывать». Вот. Здесь мне предлагается стать партнером магазина Плешкова Артема, да? И что я должен сделать, если я новый совсем человек? Здесь я ввожу имя, предположим. Пусть будет Плешков Артем. E-mail. Давайте вот я введу тот же самый e-mail, который я сейчас вводил. Саппорт блок. Телефон. Кошелек. Сейчас нужно вводить кошелек ВМР обязательно. Реквизиты. То есть, естественно, здесь вы должны написать номер своего кошелька. Сейчас, что я сейчас тут и сделаю. Так, здесь еще раз введем желаемый логин. Пусть будет саппорт блок. И введем непосредственно пароль. Вот произвольный пароль. И нажимаю «Зарегистрироваться». Сохранить пароль. То есть, если хотите, можете сохранять пароль. Если не хотите, то не сохраняйте. То есть, вот здесь вот это я в Chrome работаю. Может быть, у вас тоже будет такой же вопрос. Так, ну в любом случае вы сохранили свой пароль, вы знаете его. И вот вы вошли после этого в партнерский аккаунт свой, да? И вот здесь мы видим, какие есть бесплатные продукты и страницы захвата, и какие платные. Кстати, вот если вы у кого-то еще регистрироваться будете, да, вот через JustClick непосредственно в партнерской программе, то чтобы вы переходить между партнерками, просто нажимаете на выпадающее окно, и здесь будет список выпадать партнерских программ, в которых вы зарегистрировались на JustClick. То есть это удобно. Благодаря этому можно быстро переходить из аккаунта в аккаунт среди партнеров. Ну хорошо. Значит, смотрите, есть здесь вот рекламные материалы, да? Вот мы сюда нажимаем. И здесь у нас есть уже все готовые ссылки. Кстати, вот здесь у нас есть просмотреть заготовки, да? Здесь написано, какие даты нужно отсылать. То есть, вот, например, для распродажи с 22 по 27 октября подписная на бесплатный курс 5 секретных фишек с марта. И вот тут я написал, отсылается 23 октября. И отошлите это письмо 23 октября, желательно в 8 утра по Москве. Вот. Где взять это письмо? То есть, ну, давайте сначала вы проверьте обязательно на работоспособность ссылок. Просто нажмите. Да, вот здесь у нас грузится сразу через вашу партнерскую ссылку на бесплатный курс на мой. Вот она, чтобы взять эту партнерскую ссылку, вы ее вот так вот просто нажимаете копировать. И вот она теперь у вас, предположим, будет выглядеть вот так вот. Вот, то есть free 630, саппорт блок. То есть здесь будет, естественно, вот тут ваши данные. То есть еще раз повторюсь, вы должны брать ее вот здесь. Вот, чтобы скачать шаблоны, нужные шаблоны писем, которые вы будете рассылать по своим рассылкам или по рассылкам тех авторов, у кого будете покупать рекламу, то вот здесь есть «Посмотреть заготовки». Нажимаете сюда. Здесь у нас идет стандартная ссылка. Вот она, да. То есть та стандартная ссылка, которая будет вести непосредственно на какой-то бесплатный, например, курс. И здесь я вот написал инструкцию, чтобы много заработать в моей партнерской программе, переходите по ссылке и смотрите видео. То есть, перейдите вот по этой ссылочке, у вас здесь откроется
вот такое окно. Сейчас здесь появится видео, и вот здесь будет скачать письма для распродажи, да. То есть, когда перед началом какой-то распродажи, у меня здесь будет появляться ссылка на скачивание новых шаблонов писем. Вот сейчас я отредактирую эту страницу, и вы скачаете вот такой вот вордовский вот такой документик. И здесь будет серия писем, которые, во-первых, сказано, когда их отсылать, они тут пронумерованы. Вам останется лишь только заменить вот здесь свои партнерские ссылки, сюда поставить, да, в соответствии с тем, какое письмо вы отсылаете. Ну, например, вот первое письмо нужно отсылать, которое 22 октября в 8 утра. Здесь нужно вот разослать непосредственно вот, на вот этот курс, да, на вот эту страницу Зубов Демо 20. Вот на вот эту. То есть здесь я специально в комментариях написал, какая страница должна быть, на какую страницу должны переходить ваши подписчики, которых вы будете посылать на это письмо. То есть вы смотрите, что это за страничка, да, просто копируем гиперссылку и переходим, чтобы посмотреть. Так, давайте. То есть на какую страничку должны будут перейти люди, когда нажмут на вашу ссылку. То есть вот на эту. Из первого письма они должны перейти вот на эту страницу. Что делаем теперь? А теперь вы идете в партнерский кабинет, то есть вы поняли, что вот это, к этому письму нужно прикрепить именно вот, вот эту свою партнерскую ссылку, которая будет вести вот на эту страницу, да? Вот на эту. Все понятно. Вот на эту страницу должно привести вас, должно привести вашего человека, вашего подписчика из рассылки. Теперь вы идете в свой партнерский кабинет, ищете первое письмо. Давайте рекламные материалы заходим. Ищем первое письмо, которое отсылается 22 октября. Вот. Потому что здесь написано, что это письмо надо отослать 22 октября. Вот оно, 22 октября, 8 утра. И вот оно, отсылается 22 октября, 8 утра. Значит, что вы делаете теперь? Вы берете вот эту ссылку напротив, нажимаете на нее, нажимаете копировать. Идете в ту серию писем, которую вы скачали. И вот здесь заменяете скачать демо-версию, то есть здесь ставите, подставляете именно свою партнерскую ссылку. То есть вот она. То есть это уже будет здесь ваша партнерская ссылка. То есть вы ее можете полностью сделать как гиперссылка, вот эту, да, надпись, вставив уже в смарт. Я думаю, если вы уже покупали рекламу или у вас есть своя рассылка на смарте, предположим, вы знаете, как это сделать. Просто сделать вот эту, скачать демо-версию активной гиперссылкой. Ну или же просто сможете просто поставить здесь стрелочку. Да, вот наподобие такой. И пусть это будет, именно показывает на конкретно на вот эту у нас ссылку. То есть можете даже ее никак не шифровать. Все, и это вы должны сделать с каждым письмом, да, вот которое здесь есть. И отправить их в нужное время, которая здесь указана. То есть 23 октября, 24 октября, во сколько утра. То есть все здесь будет, каждого и распродажи будут вот такие письма готовы. В принципе, вот такая распродажа данного продукта, вот данной книги 50 тысяч с блога, она вообще проходит каждую неделю. То есть каждую новую неделю вы можете участвовать в этой распродаже. Просто ваша задача будет искать новых авторов рассылок, которые еще не принимали участие в данной распродаже, договариваться с ними о том, как, на каких условиях вы будете с ними сотрудничать. Либо, вот два варианта есть сотрудничества, либо вы покупаете у них выпуск рассылки, и тогда вы мне об этом сообщаете, и, ну как сообщаете, у вас 50% стоит от продаж, то есть 50% того, что продастся у автора рассылки, вы заберете себе. При этом имейте в виду, что на самом деле до меня, то есть вот, вот приходит, например, 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, которые, например, общая сумма продастся именно по вашей ссылке. 5 тысяч я выплачу вам, как партнеру, так как 50% я выплачиваю.
И вот эти 5000, которые у меня останутся, я их, они не все мне пойдут. То есть я с этой суммы заплачу налоги, я заплачу за пользование сервисом JustClick, вот который как раз осуществляет мне вот эту всю работу, партнерскую программу. Я заплачу за, например, письма, которые я буду рассылать во время акции по базе подписчиков. Поэтому до меня дойдет меньше сумма, чем 5000 рублей. Плюс ко всему я еще буду работать с клиентами, которые будут приходить. То есть вы никакой ответственности за это не несете. Всю ответственность перекладывается, вся ответственность перекладывается на меня. Там, с доставкой продукта и работой с клиентами. Поэтому вы просто пропиарили данный курс, например, потратили на рекламу там 2000 рублей, а заработали 5000 рублей. И 3000 разница вот так как бы осталась у вас на кармане. И при этом вы можете искать дальше еще там 20-30 партнеров, которые еще не пиарили данную книгу, и зарабатывать там в неделю по 20-30 тысяч рублей. Все зависит от того, с какими партнерами вы будете договариваться, то есть в определенную неделю запускать разнообразные акции. Ну, не забывайте, тем более у нас есть специальный вебинар для партнеров, там, где я могу отвечать на ваши вопросы, которые у вас могут появляться. Именно по вопросам усовершенствования, улучшения эффективности заработка в моей партнерской программе. Поэтому обязательно посещайте вебинары, задавайте вопросы. Ну и в принципе, если человек, которого вы с которым вы договорились, хочет сам пропиарить все это дело, мои письма на своей базе, то пусть он регистрируется от вас как партнер, чтобы вы заработали 10% уже от продаж. То есть в этом случае вы вообще деньги тратить не будете на покупку рекламы, а будет, ну, конечно, заработаете меньше всего 10%. Но если же человек не захочет так делать, то вы оплачиваете его рекламу в его рассылке и зарабатываете уже 50% от продаж, как уже полноправный партнер. Конечно, вы не будете отсылать, у вас, я думаю, как не станет отсылать все вот эти 9 писем, которые здесь есть в рассылке. Достаточно тогда вам будет отослать всего лишь 1-2 письма вот с рекомендацией бесплатного курса. То есть это вот это письмо или вот это письмо, да. Но желательно 2, то есть это будет больше эффект, но если бюджет вам не позволяет купить 2 письма в рассылку какого-то автора, то отсылайте 1. То есть можете даже отсылать, вот я вам рекомендую, даже письмо номер 2. То есть хорошо работает, хорошая конверсия. То есть если будет выбор стоять между этим и этим письмом, то отсылайте это письмо. Но во всяком случае можете сами поэкспериментировать. Купите 1 письмо, отошлете, например, у 1 автора вот это, у 2 автора вот это. Но опять же, я вот рекомендую вам отослать вот это 2 письмо, покупать именно рекламу для вот этого письма по чьей-либо базе рассылок. Оно конвертирует подписчиков лучше, а значит и продаж в итоге у вас будет больше. Ну все, хорошо. Также у нас мы будем составлять список тех авторов рассылок, которые уже пиарили данную книгу там в ближайшее время. Конечно, вы... чтобы этот список видеть, вы можете приходить опять же на вебинар, и там вся информация касательно того, как зарабатывать максимально много в моей партнерской программе, я буду раскрывать. Ну и вообще в партнерских программах в общем. Поэтому все, в принципе, на этой странице, еще раз давайте покажу вам, вот на этой странице, так, где она мне, кстати, вот она. На этой страничке будет выкладываться дополнительная инструкция и ссылки на вход в вебинар и вообще шаблоны писем для распродажи, подготовленные к каждой неделе. Просто следите, заходите на эту страничку, занесите ее в закладки, смотрите дополнительные уроки, которые здесь могут появляться. И значит, держите, как говорится, руку на пульсе, и вы без сомнения будете зарабатывать очень хорошие деньги в моей партнерской программе. Ну все, с вами был Артем Плешков, школа блогеров. Увидимся с вами на тренингах, вебинарах, в различных видеоуроках. Все, до связи, больших вам продаж, больших вам заработков в интернете. Пока.